Отже, перше питання, напевно, воно найпростіше. А чому ви нікуди не поїхали? Ви ж знали, що за вами прийдуть? Ну, в общем-то, я знав і говорив об этом публічно. Ну, наверное, есть несколько причин. Давайте так, есть личные причины, да, какие-то, есть какие-то общественные причины. Я бы так поразделил. И те, и другие, в общем-то, являются якорями. Ну, дивіться, дуже проста штука. Да. В Україні є практика. Тобто всі знають про те, що за кимось прийдуть, ув'язнити і так далі. І обычно купа людей просто вчасно обычно робить ноги і тікає. Так. А ви сиділи до останнього, ви сподівалися на те, що у вас, можливо, міцний захист, але це, напевно, друге питання я стосовно. Я ні на що не надіявся, угу. Тобто я предполагав, що... Про причини давайте. Так буде, так. Да. Ну, причини, мабуть, так. От якщо брати лічні якісь причини, лічні аспекти. У мене четверо дітей. Так з дітьми сіли поїхали? Ні, ну це не так просто. Вони десь вчаться, у них є якісь друзі. Ну це не так просто, на самом деле. Це так кажется, що можна сісти, взяти дітей і уїхати, да? Тобто у дітей є матері. Они с ними общаются, да, плюс как бы, в общем-то, родители, не очень больные родители, я их не могу тягать. Мама прикована к постели и очень больна, отец тоже очень был болен. И я их даже не вывозил в тот момент, когда была угроза оккупации области, то есть все были здесь, на месте. Может быть, поэтому я так, в том числе и поэтому я так отчаянно, да, сражался для того, чтобы, так сказать, сюда не зашли террористы. Это как бы некие личные причины. Плюс, знаете, есть зона комфорта. То есть вот здесь, дома, в этом городе, в этой стране у меня зона комфорта. Да, я могу поехать в Израиль. У меня есть квартира в Израиле. А паспорт? Нет, паспорта нет. Я никогда даже не пытался принять гражданство Израиля. Никогда. Хотя возможности, ну, как вы понимаете. Не знаю, почему, вот из каких-то вот соображений никогда даже не пытался. Хотя сестра мне говорила много раз, что давай сделаем, это тебе не помешает. Ну, как-то так вот, не дошли руки. Я мог бы уехать куда-то в Европу, в принципе. В Швейцарию. Ну, в Швейцарию, может быть, нет, у меня нет там, знаете... Так там же Игорь Валерьевич. Ну, Игорь Валерьевич там, но это же не значит, что я должен жить у него дома, да, совсем. По соседству, как тут с Филатовым, а там с Игорем Валерьевичем. Ну, я люблю жить в том месте, которое я выбрал сам, которое мне принадлежит. А когда ты живешь на съемных квартирах, такое ощущение, что ты как на перекладной, да, когда еще и с тобой много детей и старые родители, я считаю, что это, ну, практически невозможно. Вот так бросить все и уехать самому, ну, у меня бы разрывалась душа и сердце за близких. Вот. Это как бы личные такие причины. Плюс, я же говорю, есть вот некая зона комфорта. Мне хорошо здесь, мне хорошо в этой стране. Ну, окей, я не... окей. Трошки пафосно, да, звучить, да, насправді. Да, ну, коли їдеш в Дніпропетровськ, то, ну... Важко доїхати до зони комфорту, ви ж знаєте, та, які дороги з Києва. Смотрите, зона комфорту, це ж не мається в виду дороги, або, как бы, не знаю, там, парки і обустроєння. Ну, дивіться, ви кажете, там, да, не в Швейцарію, ви живете в житловий комплекс Амстердам. Ви могли комфорт... поїхати в справжнє Амстердам. Зона комфорту, Ром, мається в виду, прежде всего, общність, яка тебе окружає. Тобто люди, друзі, сообщество, да, то есть то, где ты себя чувствуешь комфортно, то, где ты себя не чувствуешь чужаком, да, то есть тебе здесь все просто, все понятно, все ясно, ты понимаешь, что если ты свернешь налево, ты придешь сюда, если ты свернешь направо, то ты обязательно попадешь в другое место и так далее. Вот это я имею в виду, зона комфорта. Можно уточнить? Дороги, уточнить. Мне красивый интерьер. Дивіться, ви, якщо ви всюди на планеті повертаєте ліворуч або праворуч, ви приходите або ліворуч, або праворуч. Да, но здесь я точно знаю, куда я прийду. Ви маєте на увазі специфічні правила гри в цій країні? Чи я специфічні зв'язки? Я зараз говорю о личному. Я теж про особисте можу так сказати, я, що це побудоване на особистих зв'язках. Якщо говорити об общественному, то, о чому говорите ви зараз, да, то, в принципі, здесь
тоже есть зона комфорта. То есть тоже где-то понимаешь, если ты пойдешь направо, коня потеряешь, да, пойдешь налево, там, еще что-то, пойдешь прямо и так далее. Поэтому, как в сказке, тоже есть определенная зона комфорта. А кроме того, ну, смотрите, я в какой-то момент принял для себя решение, что хочу заняться какой-то общественной деятельностью. Да, я не буду это называть политикой, стать политиком и так далее. Я вот пока еще, наверное, внутри не сформировался до конца, как вот справжний политик. Вот. Но если я принял такое решение, то я понимал, что вот любой мой отъезд, даже при угрозе моего задержания, он, безусловно, похоронит все мои надежды на будущее в этом амплуа. Понимаете? Я поэтому осознанно находился здесь, открыто, не прятался. Пожалуйста, если есть ко мне вопросы, вперед, я готов ответить. Ну, це якийсь такий вроджений дніпропетровський чи мазохізм, я не знаю, там, якщо брати Тимошенко, вона лишилася. Тільки Лазаренко поїхав, так, який має там непросту тепер долю. Знаєте, я не знаю, що краще. От він поїхав туди, от я йому взагалі не завидую. Я не знаю, до какой степени бы здесь бы дошли бы его дела, да, если бы их расследовали, как положено. Я не понимаю, да. Ну, здесь же очень многое зависит от политики, от политиков, которые приходят к власти. Но я не завидую этому человеку только потому, что он вообще потерял все. Он потерял себя, родину, близких, ну, все, что только у него дитина народилась там. Ну, три. Трое вже дітей? Трое дітей у нього там родилось. Чому? Я об'ясню. Павло Іванович. Очень просто. Ні, ну, це ще зв'язано з некою практикою, яка є в США. Тобто, якщо у тебе там більше, ніж двоє дітей, то ти, в общем-то, маєш зацепку на те, щоб отримати вид на жительство. Це твої діти, рождені на території США. Тобто, він підійшов до цього дуже практично. Цікава мотивація, да. Дуже практично. Практично, так. Да. Ну, він дійсно родив там вже троїх дітей. І, но то, що він там іспитав, вряд ли этому можна. А дивіться, якби ви поїхали в Штати або в яку іншу країну, то у вас там були б там у тих правоохоронців або міграційних служб підстави вас затримати? Я думаю, ні. Во-первых, у мене нет панамского паспорта. Для начала. Я маю на увазі інші підстави, не паспорт. Ні, у мене нет никакой деятельности на території США. Кроме того, ко мне нет вопросов нигде, ни в Европе, ни в США. Никогда не было. Добре, у вас была можливість виїхати? Да, много раз. Я виїжджав, возвращался. Ні, саме втекти від переслідування подібно. З боку СБУ. От ми сьогодні заходили і вас же тут. Сказати чесно. Як фортеця. Сказати чесно, так. Да. Дивіться, є один цікавий момент в цій ситуації. Там те, що було породжено вже по подіях. Те, що з'явилося в мас-медіа, як там. Посилаються на ЗМІ, там Коломойський себе повів дуже обережно, що стало підставою для версії, що в принципі Коломойський вас здав як члена команди. Це тобто, просто. Ну, це чушь. От, чекайте. Ви можете як завгодно реагувати. Mm-hmm. Я цитую те, що говорять в ЗМІ, те, що говорять політики, ну, зокрема, там народний депутат Сергій Лещенко про це написав в блозі. Про те, що є ознаки того, що Коломойський, в принципі, списав Корбана, тобто вони вже більше не такі там соратники, як здавалося б, в принципі, вони такими соратниками не були. Та Філатов, та друг Корбана, а от Коломойський дуже обережно. Ви хочете, щоб я це прокоментував? Ну, так. Що є домовленість поміж президентом, скажімо, і Коломойським? Це повна чуш. Это, ну, Лещенко, очевидно, має право на якусь свою оцінку ситуації. Давайте ми без персоналів. Да. Тобто про це не тільки Лещенко писав. Ну, хорошо. Какие-то люди имеют право на такую точку зрения. Аналитики, так. Давайте да, аналитики, наверное, эксперты имеют право на такую точку зрения. Кахевцы. Ну, то есть на это не надо вообще смотреть с точки зрения, кто кого сдал. У нас нет таких отношений, что кто-то кого-то может сдать, или предать, или... То есть мы не строим отношения с этой точки зрения. То есть я вообще сам по себе никогда... Знаете, когда мне, ко мне приходит человек и говорит, я буду вам предан, я очень преданный человек и так далее, для меня эти категории очень меня не пугают. Потому что, ну, категория там человеческих отношений, которая построена на преданности, ну, так называемый, да, то есть очень часто рушится как иллюзия.
Поэтому и у нас, Коломойским, нету, вот, знаете, что кто-то предан кому-то. Да? То есть мы действительно очень долгое время дружим, общаемся. Это как профессиональное общение, так и личное общение. То есть посещаем друг друга, так сказать, в гостях бываем друг у друга. Но это не значит, что Коломойский может разменивать меня, или я могу разменивать Коломойского. То есть мы не смотрим на это таким образом. То есть у Коломойского есть какие-то свои интересы. Они есть. Они экономические, может, они большие интересы и так далее. Я сам иногда не знаю всех его интересов. Я не являюсь его компаньоном в бизнесе. Да? Поэтому, возможно, у некоторых экспертов или у некоторых аналитиков может сложиться мнение, что раз Корбан не является компаньоном в бизнесе, то, соответственно, Коломойский может его сдать. Но... Почему Коломойский? А давайте, может, давайте посмотрим на вопрос иначе. Почему, например, не Ахметов меня сдал? У меня с Ахметовым хорошие отношения. И у меня были с ним проекты совместные. Так же, как и с Пинчуком, и с Новинским. Может быть, они все меня сдали? Ну, да, можно ведь и такую версию выдвинуть, что все олигархи... Нужно противоположить заступником Ахметова. Смотрите, заступником Новинского. Это была государственная служба, да, на которую меня пригласили. Ну, правильно, про це писали, що ви обслуговували інтереси Коломойського, в принципі, як по своєму профілю. Ром, а вам приписують профіль просто елементарний рейдерс. Давайте так. Смотрите, я обслуживал интересы различных олігархів. Я говорю, это весь... Тобто Коломойський олігарх? Весь... Ну, возможно, да. Бо він в приватній бесіді мене переконував, що він не є олігархом. Смотрите, я считаю, что олігарх – это тот человек, который при помощи своих экономических интересов может влиять в том числе на политику, на какие-то преференции государственные, владея какими-то монополиями, да, и в данном случае, как бы, может, он себя не ощущает таковым. И медиа же. Медиа обязательно, да. То есть это влияние. То есть не просто экономика, это еще и влияние на средства массовой информации, на общественное мнение. Это возможность манипуляции этим общественным мнением, если надо, да. И влияние, прежде всего, на какие-то государственные преференции. Добре, давайте так. Вы зарабатывали на Коломойском? Там... Да, конечно. Много багато? Раз. Багато ви заробляли? Очень много заработал. Тобто ви на Коломойському заробляли багато грошей? Конечно, зарабатывал. И не только на нем. Еще раз хочу... За профилем яким можно дізнатися? За профилем я занимался до этого мой бизнес основной, начиная там с конца 90-х годов. Я специализировался на так называемых слияниях и поглощениях. Это то, что в нашей стране называется рейдерством, да? Тобто ви можете так сказати, що ви, власне, цим і займалися? Да, конечно, я этим занимался. И занимался, и я от этого не отказываюсь, и никогда не откажусь. А зачем? Это правда. А более того, я этим занимался не только в интересах Коломойского, но и в интересах других олигархов. И судя, исходя из логики экспертов и аналитиков, да, будем так это называть. Фахівців. Да. Знаете, вот я являюсь таким вот, ну что ли, хранителем скелетов разных олигархов. Так, дивіться, якщо ви є... Так, может быть, они все вместе меня сдали? А вот, кстати, с Порошенко не имел дела никогда, вы знаете, вот никогда не имел дела. Может быть, вот все вместе олигархи, вот Фирташ, Пинчук, Коломойский, Ахметов, Новинский, например, да, вот они так собрались и решили, давайте Корбана сдадим тому, с кем он дела не имел. Ну так это может. Может быть, ведь и такая версия. Добре, тоді в такому випадку там два питання, які з вашого монологу напрошуються. Це А. Які у вас взаємини з Коломойським зараз? Чи він вам подзвонив, сказав, Гена, знаєш, там за тобою прийдуть, там сядь в літак, прилітай в Швейцарію. Можливо. Чи був контакт перед тим, як прийшло СБУ вам під двері? Не було дзвонка накануні з предупрежденням о том, що таке може бути. Но я скажу так, що я дзвонив йому где-то в сентябре, коли я почав отримувати сигнали о том, что может такое произойти, он сказал, самолет всегда в твоем распоряжении. У тебя всегда есть возможность сесть и улететь. Вот как ты решишь, всегда самолет, ты знаешь, кому звонить, куда ехать
И самолет всегда стоит в твоем распоряжении, где бы ты ни находился, в Киеве, в Днепропетровске, всегда есть транспорт, которым ты можешь улететь. Коломойский друг, Пинчук, Ахметов, Новинский, не друзья. Смотрите, я не могу назвать их друзьями, безусловно, потому что с Коломойским действительно нас связывают гораздо больше, чем... Ну, я и не могу... Ну, допустим, с Ахметовым у меня достаточно теплые отношения. То есть я не могу назвать... Можно градус вызначить? Ну, теплоты? По какой шкале? Ну, не по Фаренгейту, там Цельсию больше. По Цельсию? Да. Ну, если с Коломойским можно там обозначить градус там. Ну, если людский, то 36,6. Да, ну, а с Ахметовым? Да, ну, а вы хотите в человеческих категориях? Mm-hmm. Ну, с Ахметовым понижен, более пониженная температура, там, до 30, да, допустим. Ну, у меня достаточно хорошие отношения, теплые с ним отношения с Ахметовым. То есть... Нет ничего такого, чтобы могло... То есть во многих местах, во многих вещах я его не понимал. Я откровенно это говорил в лицо. И откровенно критиковал в лицо. Я, может, не писал об этом на всю страну и не, так сказать, не извергал какие-то там оскорбления и не поносил человека, но у нас были беседы, где я откровенно выражал своё мнение по тем или иным процессам. Дивіться, в мене тоді, якщо у вас з Ахметом, як ви кажете, теплі взаємини, то ви, напевно, знаєте його ступінь впливу на ситуацію на Донбасі, на тих територіях, які ми називаємо зараз окуповані, звідки, як ви говорили, виходить загроза окупації. Чи він впливає там на ситуацію? Ні. Зараз ні. Впливав до якого? Скажімо, я считаю, что был момент, когда он действительно влиял на ситуацию. То есть это, если брать во временном периоде, ну, если вот мы помним март-апрель, до того момента, пока он не выступил, не сказал, что вот я призываю всех сделать гудок. Это был финальный гудок. Да, гудок, это был финальный. Это уже был отсутствие вплыву. Угу. Да, то есть он уже в этот момент не управлял ситуацией, потому что... А в принципе, вот в апреле, еще когда даже Яценюк приезжал туда, помните, это был март месяц, по-моему. Угу. Был такой большой стол, там были и эти, и те, и Ахметов был. И был его этот товарищ, который председателем был совета, как его фамилия, не помню. Левченко. Левченко, да. Ага. Он же сидел рядом за столом. Они же все сидели за столом тогда, да, и были представители нашего правительства, был Ахметов, был Левченко, были представители так называемых сепаратистов. И они о чем-то говорили, и тогда он сказал свою фразу, что Донбасс нужно слышать. Да. Вот это вот у них есть такое, ага, в Донецке, что нужно слышать. Как бы, в принципе, нужно это слышать всех, но вот им хотелось, чтобы их слышали по-особенному. И поэтому вот я считаю, что он тогда еще влиял на ситуацию, но быстро потерял это влияние. И сегодня я считаю, что он страдает. Так его же бизнес там все одно функционирует. Ну, функционирует, потому что функционирует, наверное. Заводы. Заводы функционируют. Я думаю, что просто нет другого выхода, он договаривается каким-то образом, потому что... Очевидно, оккупационные власти. Так Захарченко, ему ж там недалеко людина від нього була. Я думаю, что оккупационные власти, во-первых, заинтересованы в том, чтобы шла работа, чтобы люди были с зарплатой, да, с какой-то. Иначе у них там будет кошмар. И, безусловно, он как-то договаривается. Ну, я думаю, что это вот договоренность. Так что его точение его сдало, ну, выходит, что зрадило, потому что они співпрацюють. Те, которые работают, они продолжают на него. Чи вони є посередниками з окупантами? Они продолжают просто работать. Той ситуации. Не, маю на увазі Захарченко, він же мав відношення до Ахметова. Не знаю, какой он. Ну, як це? Ну, це ж на відео зафіксовано. Не знаю. Имел отношение, я думаю, не более, чем как бы того, что мы все видели, что ну, а была попытка управления просто этим процессом. И все. Вы имеете в виду, как Захарченко, как военизированное подразделение? Не, он был здесь в оточении, там какие-то якости. Да, он не был, он занимался растаможкой этот Захарченко, контрабасом и всем остальным. Mm. То есть это, он не был в окружении Ахметова, вот поверьте. Это не стосується зараз знову таки питання нашої, ну, теми інтерв'ю, тому що там ми говоримо напередодні там апеляції там і так далі. Тут ми про кримінальну справу, але все одно повертаючись до теми Донбасу, оскільки ви тут поруч.
і в добрих взаєминах з Ахметовим, та, то в який спосіб можна було б йому, на вашу думку, тоді відвернути ситуацію, щоб не відбулося окупація, а потім і війни? Я з ним тоді розмовляв, і багато з ним тоді розмовляли, щоб він сам непосередньо, персонально зайняв пост губернатора. Угу. И поступил точно так же, как поступили мы. Uh-huh. То есть, да, понятно, милиции не было, но он был достаточно влиятельным человеком. Его бы слушали действующие тогда органы власти. А для чего обовязково стать губернатором? Да. А у, них всего... есть, у них есть такая ментальность, понимаете? То есть, вот они... Иерархия, да? Да, у них вот иерархия, вот у них все-таки больше, я считаю, менталитет похож на российский, такой стайный менталитет. Uh-huh. Им нужен лидер, вождь, на которого они ориентируются. И у этого лидера должна быть легитимизация. То есть, став губернатором, он бы легитимизировался. Оточення Ахметова, яке було, у себя во дворце, он вроде как влияет, но... Соратник, або оточення Ахметова, які, власне, були при владі, вони звідти втекли, ну і, в принципі, звільнили місце для інших, а Ахметов це місце не хотів займати. Так? А чому? Я много раз ему задавал. А чому він? Он не хотів все. Не знаю, что, не значит, понимаю. Не он, вот, вот, он толком даже не объяснял причину. Я с ним беседовал несколько раз. Я думаю, что Коломойский с ним разговаривал на эту тему. И не только Коломойский, я думаю, Турчинов разговаривал на эту тему в тот момент. Я думаю, что он побоялся ответственности. Кроме того, с одной стороны... А может, у него залежность есть от Москвы якось? Нет, не думаю. Он побоялся ответственности, с одной стороны. Да. С другой стороны... Знаете, тут была такая вот, как бы это сказать, ну, надо его немного знать, была такая своеобразная игра. То есть он все-таки считал, что через, вот, может быть, подобная вот нестабильность, подобную нестабильную ситуацию, расшатывание подобное, это повод для торговли с Киевом. Ну, какое-то, да. Вот. А по сути, находясь в системе власти, такой возможности нет. Ты должен четко следовать логике, исходя из которой строится центральная власть и влияет на региональную власть. Находясь сбоку, он имеет всегда поле для маневра. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому он осуществлял маневр. Слушайте, вы были при владе, и вы не то, что поле для маневра, а в принципе вы робили то, что вы вважали за необхідне, всупереч законам. За що тепер ви будете, очевидно, розплачуватися своєю відповідальністю за законами? Так. Угу. Про це трошки пізніше. Вам хтось подзвонив той день, коли або напередодні, коли прийшло СБУ під ваші двері? У мене був сигнал о тому, що сюди виїхала велика група людей. А хто? Хто подзвонив? Це абсолютно людина, которому, ім'я якого нічого не скажете. Він працює просто в структурі нашої безпеки. Він отримав сигнал, очевидно, від якихось колег. О том, что сюда выехала большая группа людей. Но дело в том, что в этот период у нас подобные сигналы шли каждую неделю. Вот буквально каждую неделю кто-то уезжает, кто-то опять уезжает, кто-то еще уезжает. И я так на это смотрел уже сквозь пальцы, честно говоря. То есть не придавал уже большого значения. В этом, да, была неосторожность. Хотя, с другой стороны... Такая обережность. О чем вы же сами сказали, да, что никуда не поехали. Да, я все равно никуда не поехал. Да? Я, может быть, знаете, я просто не хотел, чтобы это происходило у меня в доме. Тут виникає питання. Те, що ми бачили на відеозаписі, ви виходите і досить емоційно говорите про фронт. Да. Це друге, знову таке, питання. Але чи вам хтось дзвонив в двері, пробував зайти, я розкажу, чи говорили ви по домофону? Цього на відео немає. Да, я розкажу, як це було. Тобто у мене в домі проживает племянник мой, сын моей сестры, да, он меня разбудил утром и говорит, там что-то происходит у родителей. Родители живут вот в этом доме, вот. Я говорю, в смысле что-то происходит? Он говорит, ну какие-то люди ломятся в дверь, типа с обыском. Я вскочил, начал одеваться, оделся, собрался и потом позвонил Филатову, говорю, вот что-то происходит, то есть вы выйдете, наверное, надо вызвать адвокатов. Mm-hmm. Хотя связь положили, то есть я не мог никому дозвониться. Я пытался уже через интернет, как-то там, через различные мессенджеры. Через Facebook. Через Facebook в том числе.
Вот. Ну, не открыто, а через мессенджер, да, дать сообщение. Я могу сказать, что я в этот момент дозвонился Саше Ткаченко. И говорю: Саш, мне нужны журналисты, камеры, что-то происходит у нас, я пока плохо понимаю, что происходит. Он говорит: да я знаю, потому что тут на Владимирской тоже происходит, в Киеве. То есть это одновременно шло в нескольких местах. И я уже собрался для того, чтобы выходить к родителям, потому что я собирался туда пойти. И у меня там монитор есть перед входом, да, я нажал и уже вижу, как заходит толпа людей. А в этот момент как раз Филатов подходил к моей двери, и вот как бы началось. Тобто вам ніхто в двері, мене цікавить, що? Тому що намагання от зайти, так, в силовий спосіб, воно здійснюється, коли ви не відкриваєте. Ви не дослушали. То есть Филатов начал пререкаться с людьми возле двери. Они его отодвинули, я смотрел в монитор, как это происходило. Трошки не так. А? Трошки не так. Нет. Филатов сам заткував и сам, в принципе, звільнив плацдарм. Ну, они как бы его, ну, может быть и так, я не видел с от той питання, стороны. От чому він це зробив? Я не трактую это так. То есть, він спочатку стояв, як народний депутат недоторканий. От він стоїть перед дверима, вони в силовий спосіб не могли його пересунути. Він міг тільки добровільно відійти. Може бути, він був не настільки настойчив, не знаю. Я в этот момент... А далі що відбувається? Да. Він робить крок вперед, да, або півтора. Да. І в цей час вони заходять. Вони заходять зі спини. Тобто, да. Філатов розумів, що він робить. Вони заходять зі спини і починають просто вибивати двері. Так. Там є сліди, кстати, на двері. Так от я й запитую, чи вони до того дзвонили в двері. Нет. Чи був дзвінок? Ні, не було. Не було. З вашою версією не було, і вони почали вибивати двері, ви відкрили. Дзвонка не було взагалі. Ви відкрили. Так, да, я, у мене якраз в цей момент спустилась нянька з маленьким ребенком, перепугана. Я говорю: бігом наверх, я розумію, що вдома діти. Я відкрив двері, вийшов к нам на встречу. Ви вийшли, почали говорити. Ви досить емоційно говорили, ви почали апелювати до того, що ви на фронті були і так далі. Ви вважаєте цю риторику прийнятною в цій ситуації? Тобто для... говорити про те, що мені ще говорити було. Тобто я бачив людей воєнних, і я розумів, що ці люди зараз будуть творити якісь речі. Я намагався визивати просто к їх, не знаю, чому-то. Як вам сказати, багато хто вбачає в цьому синдром воїна-афганця, так званого. Та? Коли люди приходили в мирне життя і потім говорили: я був на війні. Або синдром Другої світової. Дивіться, ви апелюєте до того, що ви були на фронті. Ми ж зараз не на фронті, ми в Дніпропетровську. Я не був на фронті, да? Я ж не воював на фронті. Тобто я говорив, я к этим людям обращався з тим, щоб вони вели себе як положено, тому що, в принципі, я такий же где-то, як вони. Якщо вони фронтовики, то тут теж був фронт, який ми держали, і в тому числі формували цих людей. Обували і одівали, і кормили. Понимаете? Вот и все. Для того, чтобы просто вот не было вот этого вот того, что они устроили. Как вы вважаете, дивіться, это дуже проста штука. Те, що ви тримали оборону в Дніпропетровську, умовно кажучи, та, прифронтове місто і ця область, яка зазнала трансформації, чи це є аргументом або індулігенцією від усього, що було до того? Тобто, виглядає насправді, ви говорите, що вам мають пробачити абсолютно все, тому що ви ніби свою провину, от власне, смотрите, викупили, я не знаю, своїми діями в Дніпропетровську на посаді заступника голови обласної державної адміністрації. Я зрозумів ваш вопрос. Ні. Ні. Об'ясню, чому. То, що ми робили, ми це не продаємо. Да? То есть, от якщо ми говорили, да, от ми тут стільки зробили, тому нам можна от це, або нам прощається то, то, то. Або взагалі просто зробите нам якусь благодарність. Да? То есть вообще об этом нет речи, не было никогда речи. То есть это, ну, мы это делали от чистого сердца, мы это делали, потому что мы здесь живем, потому что мы не хотели кошмара. И, безусловно, не для того, чтобы это продать. Не для того, чтобы нам сказали благодарность, как мы это сделали. То есть я это говорил только для того, чтобы привести людей в состояние нормального диалога. С кем? Вони виконують накази. Ці люди виконують накази. Я не понимаю, ну, ви ж бачили, вони в камуфляжі, вони озброєні. Ну, хорошо. Як ви вважаєте, як я должен був себе вести в цій ситуації? Підняти руки? Дивіться,
Я вам не приїхав давати вам рецепти. Я тільки уточнюю те, що коли передивляєшся відео, викликають питання. В цій ситуації це була якась екстрена ситуація. Вона визвала у мене якусь реакцію. Ну, ви були неврівноважені 100%. Ну, звісно, я був зволнований. Тим більше, що я не розумів. Прежде всего, я не понимал того, что сейчас будет у меня в доме, потому что у меня в доме дети, я не хотел их травмировать. Я не понимал, что происходит у родителей. Я этим был взволнован. Потому что я понимал, что наносится определенная морально-нравственная травма моим близким людям. То есть за это я готов голову оторвать тому, кто это сделал. Я это сделаю рано или поздно.